1 мая исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося ученого, заслуженного профессора Казанского университета Николая Непримерова, человека, разработавшего уникальные технологии по нефтедобыче. По этому поводу вместе с Нафтоколледжем Казанский университет проводит Всероссийскую студенческую олимпиаду «Петрокап». Все подробности далее. Олимпиада «Петрокап» проводится на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета уже четвертый раз. На открытии Олимпиады с приветственным словом выступил директор института, проректор по научной деятельности Данис Тургалеев. Он поделился успехами института и отметил, что в прошлом году Казанский университет выиграл конкурс на создание научного центра мирового уровня, став головной организацией в консорциуме вузов по рациональному освоению запасов жидких углеводородов планеты. Участие в Олимпиаде «Петрокап» принимают студенты со всей страны, как в очном, так и в онлайн-формате. Среди участников такие учебные заведения, как Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Московский государственный университет и другие. Сама Олимпиада «Петрокап» проходит на цифровом тренажере. Внутри тренажера зашит цифровой двойник какого-то выдуманного месторождения. И каждая команда, глядя на данные, которые ей предоставляются изначально, и проводя какие-то дополнительные исследования с этим вымышленным месторождением, планирует мероприятие. И они делают это каждый в несколько шагов. Каждый шаг – это год разработки месторождения. Перед участниками 14 команд стоят такие задачи, как правильное распределение финансов, создание оптимальной стратегии разработки месторождения. К слову, в этих заданиях студентам помогут разобраться специально организованные в рамках Олимпиады мастер-классы. Если говорить про то, что ждет наших участников, у нас несколько индустриальных партнеров. Это крупные нефтяные компании, частные инвесторы, которые приготовили какие-то небольшие, но приятные сувениры, какие-то призы для тех, кто займет у нас первые места. Вот. Всем ребятам желаю успеха. Олимпиада завершится 28 апреля. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.